Добрый вечер, Баку! Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать в первой истории Баку раз на нашем уникальном шоу новогоднем, рождественском «Сказки Евгения Плющенко». Мы очень долго хотели к вам приехать, и вот, наконец-то, мы здесь. Так нас радушно никто еще не встречал. Какой вы гостеприимный, добрый, искренний народ, какой вы прекрасный, какие здесь живут люди, как они нас встречали, как они нас кормили, как они нас поили, на руках носили. В общем, низкий поклон вам за ваше гостеприимство. Но я вот не поняла, вам шоу понравилось? Вы довольны? Не зря кормили нас и поили, да? Ну что, а теперь обязательно не уходите, потому что сейчас будет суперфинал. Серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров. Чемпионы России. Команда по синхронному катанию Crystal Ice Junior. Одна из них. Ольга Бодяева, Дарья Кобызева, Иван Полопуев. Одна из самых сильных команд в мире по синхронному катанию. Впервые в Баку. Кстати, у нас сегодня многие попадали, потому что лед новый и очень скользкий. Шоу впервые, обещаю, завтра никто не упадет. Эна Луц, 2,5 акции, 2,5 акции. Тройной тулуп. Двойной акции, двойной акции, двойной акции. Акселем 3,5 оборота. Это был Трайнер Луц, Ойлер. И потом 3 сальтова подряд с руками налево. Алена начала выступать в парном разряде. До этого она очень много выиграла в индивидуальном. А сейчас они с Гошей поженились. Муж и жена, одна сатана, поэтому выступают в паре. Сальто! И тройной сальто. Настоящий чемпион Европы и чемпион ваших и наших сердец. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер 24-х зимних олимпийских игр, бронзовый призер финала Гран-при Александра Трусова. Очень больших результатов. Ей принадлежит очень много мировых рекордов. Она является королевой четверных прыжков. Впервые в Баку Саша Трусова. Медалист зимних олимпийских игр 2002 и 2010 годов. Трехкратный чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Десятикратный чемпион России. Евгений Плющенко. Yeah.
Да, что-то я перестарался. Все-таки паспорт надо уже заглядывать. Ну что же. Год жалобщик. Спасибо, не буду выпишите, пожалуйста. Да. Спасибо вам действительно огромное за ваши аплодисменты, за вашу любовь к нашему творчеству, за вашу любовь к моему творчеству. Я ходил по улице, прилетел в аэропорту, встретили, просто проходили люди и говорят, мы смотрели за вами всю вашу карьеру. Блин, а я уже давно не катаюсь. А люди помнят. Точнее, не катаюсь, не соревнуюсь. Поэтому спасибо, да. А, действительно, мы побывали во всем мире, на нашем шарике. И в Японии, и в Китае, и в Корее, и в Америке. Везде. Но в Азербайджане я впервые. Я хотел действительно давно посетить вашу уникальную страну. Я был приятно удивлен, как красиво, как чисто в вашем городе. Какая красота. Блин, я буду приезжать сюда. Нет, и я вас уверяю, это у нас такое маленькое начало на самом деле. Маленькое начало. Мы привезем действительно наши уникальные шоу. Полноценные, крутые, щелкунчик, лебединое озеро, русалочка, снежный король. Но скоро вы следите за моими соцсетями, за информацией. Мы сейчас прорабатываем, я вам так скажу, с Эмином Агаларовым большой концерт «Ледовый». Ледовое большое шоу под выступлением, под живую музыку, под его уникальные песни, красивые. О море, море мой, Азербайджан. И я хочу под эту классную, уникальную песню вот следующее шоу откататься. А все наши спортсмены будут под живую кататься под Эмином. Поэтому, наверное, наше будет следующее такое уникальное шоу. Огромное вам спасибо! Мы сделаем сейчас видео на Бали, потому что первое шоу, оно всегда особенно, особенно в таком потрясающем городе, как Баку. А мы делаем просто красивое